Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией, мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по сайту такому EarnYourCrypto, где мы зарабатываем теперь в долларах, а вывод производится в криптовалюте XRP, на биржу Binance. Кто не здесь, регистрация здесь наипростейшая. Значит, раньше мы здесь зарабатывали в XRP, как бы баланс был. А теперь сайт был закрыт какое-то время. Вот мне письмо пришло на почту. Они сделали обновление. Вход тот же, у кого есть этот сайт. Как бы по электронной почте и паролю вроде бы. Значит, ну что, у нас здесь сразу вот наша партнерская ссылочка. Значит, давайте перейдем в сеттинг. Вот здесь нажмете сеттинг, вот будет ваш логин. И нажимаем сеттинг. Здесь нужно будет прописать свои реквизиты от биржи Binance. Вы вот здесь строго на Binance, друзья. Прописываете свой адрес, прописываете тег. Значит, и обновить как бы. Вам придет на почту письмо. Здесь все через почту, друзья, делается. Значит, где взять адрес XRP, значит, переходим на биржу Binance. Нажимаем на депозит. Так, депозит. Сейчас загрузится. Так, как всегда, у меня все тянет. Значит, вот здесь, друзья, ставите галочку. Далее на красную вкладочку. И вот у вас будет свой адрес. XRP копируете, вставляете. И вот этот тег. У вас тоже будет свой тег. Как бы это все вставляете. Это в обязательном порядке. Вот он. Так. Возвращаюсь я на сайт. С этим понятно. Вставили адрес. Тег, капчу разгадали, обновили, вам на почту письмо придет. Там делать все по инструкции. Далее возвращаюсь на домашнюю страничку. Как здесь собирать, кто не знает, друзья. Все предельно просто. Значит, нажимаем вот на эту зеленую вкладочку VIF ADS. Нас перебрасывает. И вот смотрите, загружается вот кружочек. Ждем. Вот он крутится. Сейчас должна появиться зеленая вкладочка. У меня еще компьютер тупит. Вот появилась вкладочка. На нее нажимаем. Нас перебрасывает на страничку. Нам не надо эта страничка. Возвращаемся. Опять нажимаем. Без капчи, без ничего. Капча бывает, конечно, ну, вот это можно закрыть. Нам она не надо. Как бы здесь баланс как бы прибавляется наш. Опять мы ждем. И таким вот образом мы собираем монетку. Минимальный вывод, друзья, отсюда 1 цент. Опять нажимаем. Возвращаемся. Нажимаем. Вкладочку можно закрыть. Бывает, иногда мы проходим как бы капчу. Так, рекапча здесь. И должна быть еще, наверное, капча. Сейчас у меня загрузится.
периодически, как бы не каждый раз мы капчу здесь проходим. Ну так, как бы через клеймов 10. Да, и соль увем медиа у капча. И ре капча. Вот. Сейчас я вот капчу разгадаю. Ну это как бы, чтобы проверка на бот. Мало ли бот и все такое. Понимаем, да, это все. И вот таким вот образом мы как бы собираем монетку. Подтвердить. Сюда нажимаем. Я не робот. И опять собираем. Опять колесико грузится. Опять нажимаем на вкладочку. Возвращаемся. И вот таким вот образом мы собираем. Сейчас страничку обновлю. Мне баланс должен прибавиться. Так, 226 500. Вот, 234 тысячи. И вывод от 1 цента, друзья, конвертируется все в XRP и выводится на биржу Binance. Так, это я сказала. Ну и вот вопросы-ответы здесь можно посмотреть. Переведем на русский, что-то мне не переводится. Перевести. Очень хороший сайт. Я отсюда многократно выводила. Вот это, что у меня XRP. Я в основном все с этого сайта выводила. Так, что такое минимальный? Так, минимальная, так, вот сколько нам платят. Так, про аккаунт это делать апгрейд, это по желанию, это не нужно. Это типа удваивают, какая минимальная сумма вывода. Вывод, вывести средства, когда ваш баланс составит, смотрите, 0.01 или более, 1 цент, минимальный вывод. Так. Создать кошелек. Так, мы поддерживаем кошельки XRP от Binance. Так, когда я получу свою оплату, после того, как вы запросили оплату, мы обрабатываем ваш платеж в течение 3 рабочих дней. Друзья, я выводила, но это регламент, чтобы как бы не беспокоились, не писали понапрасну. Всего за пару часов, даже раньше, вывод приходит на биржу. Так, это значит заработать бесплатно. Наш сайт является полностью бесплатным. Есть возможность приобрести учетную запись PRO, но это не обязательно. Ну и по, какие валюты поддерживают XRP. Вот. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Но не интересно, пройдите мимо. Мне определенно нравится. Даже я сейчас вам покажу. Вот здесь Виндрав, когда... Виндрав. Нажимаем. У меня минималки еще как бы нет. И вот здесь будет, когда у нас достаточно количество сумма, да, мы ее копируем, вставляем сюда, нажимаем Виндрав. И вот мой вывод здесь. Вот я здесь бесконечно выводила. И 0.03 XRP. 0.05. Я очень много здесь выводила. Это тут вот бесконечно, видите? Это у меня отмена была. Так. А вот так вот я все выводила. Вот. Здесь как бы вот все это статистика, так они ничего не удалили, все после обновления.
Все так и есть. Ну что, я на этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Хотите, пользуйтесь. Хотите, нет. Я поделилась информацией. Ну, а там уже сами решите. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.